В Китае испытали ударный малозаметный беспилотник. Китайские разработчики провели летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Skyhawk. В Китае провели летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Skyhawk. Соответствующее видео показала государственная телекомпания CCTV в Twitter. Указано, что в представленном ролике беспилотник впервые публично демонстрируется в полете. При этом размах крыльев самолета оценивается в 10 метров. Подобный аппарат должны получить строящиеся китайские авианосцы, в том числе оснащенные электромагнитными катапультами. Известно, что Skyhawk разработан китайской CASIC, China Aerospace Science and Industry Corporation. Свой первый полет дрон совершил в феврале 2018 года. Также летательный аппарат был представлен в ноябре на Airshow China 2018 в китайском Чжухае. Ранее компания Bell представила свою новую разработку – концепт летающего такси Nexus. Также сообщалось, что украинский государственный концерн Антонов разрабатывает проект стратегического ударного беспилотного авиационного комплекса, ПАК, который соответствует стандартам НАТО. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.